Три уголовных дела возбуждены в отношении трех жителей Махачкалы. Их подозревают в избиении полицейских. По версии следствия, подозреваемые нарушали общественный порядок. Наряды патрульно-постовых служб, прибывшие на место, попытались усадить нарушителей в машины, чтобы доставить в отдел полиции и оформить на них административный материал. Но подозреваемые применили насилие в отношении сотрудников полиции.